Друзья, мы в магазине Яндекса. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть такого интересного. Ну, во-первых, вот новинки недели. Маска, значит, значок. Дешевле на 30%. Дешевле бутылка плюс шоппер со скидкой 30% 1315. Или маска плюс светоотражающий значок 615 рублей. Ну, нехило так. Сам значок 245 рублей. Тоже неплохо. А ДНК-тест. Генетический паспорт 7 в одном 16 745 рублей. ДНК-тест риски заболеваний 8 000 и ДНК-тест питания 8 000 тоже. Это что-то новенькое. Я до этого не видел. Блин, у Яндекс продает генетические паспорта и тесты генетические. Я даже не могу выговорить это слово. Lanyard Яндекс. Так, значит, стикер-пак. Новое я тоже 245. Толстовка с карманом для ноутбука. Друзья, вот прямо в живот прячется ноутбук в карман такой здоровый. И стоит толстовочка у нас 3305 рублей. 7% хлопок, 30% полиэстер. 3305 рублей. Ну, неплохо. Толстовка с карманом для ноутбука. Вот уже 2.0. Детская это 2965. ДНК-тесты, осторожно, высокое отражение. Так, носки 500 рублей. Ребят, напишите, это еще и по акции, так они 590. Напишите, вы купите за 500 рублей носки. А, значит, худи на молнии, большой Яндекс Хаки. Так, 2370, 1265 за футболочку хлопковую, 100% хлопок. Ну, нехило так. Свитшот большой Яндекс 2020 2115 рублей. Ну, цены такие, друзья, ладно, вот бейсболку я бы купил 1350 рублей. Ну, не ладно, это цена для хорошей бейсболки. Надеюсь, что она действительно хорошо сшита, она приятная и так далее и тому подобное. Так, шопер, что у нас есть дальше? Так, все, друзья, вот на основной странице. Дальше все, наверху уже Одиссея, отдельная коллекция. Вот она здесь. Друзья, ну, короче, мы пробежались по новинкам. Есть и ручки, и рюкзаки здесь, и все такое прочее. Плюс одежды очень много. Значит, плакат в тубусе. Первый сервер Яндекса. Вот это было бы очень интересно. На самом деле, я честно вам скажу, люблю железо, и я бы купил, смотрите, здесь процессор Pentium 2, насколько я понимаю, либо какой-нибудь процессор, это, либо, возможно, это вообще специальный процессор для серверов, то в то время были ли они. Так, процессор, по-моему, это просто Pentium 2, друзья. Обычный просто Pentium 2 и ничего особенного. О, да, именно напоминает. Ну и материнская плата, да, все выглядит очень неплохо. Друзья, ну ладно, ссылку размещу на Яндекс.Магазин. Это не реклама, просто, значит, делюсь информацией, так сказать. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.